тот же самый дом. Реконструкция фасадов частного дома из кирпича, который простоял неотделанным несколько лет. Утепление фасадным пенополистиролом 150 мм. Система церезит. Видите, диагональные косынки, дюбеля, пропененные швы и стыки между листами. Вот они, следы проколов. Выведена сетка, капельник в месте примыкания фасада к цоколю. Выведена сетка, чтобы обернуть верхний торец экструдированного пенополистирола, который устанавливается на фасаде. Также выведена сетка снизу, чтобы обернуть нижний торец. Нижний край экструдированного пенополистирола будет подрезан. Оставим расстояние под брусчатку и минимум 40 мм на то, чтобы установить велотерм и герметик. Экструдированный пенополистирол у нас зашкурен. Давайте я вам сейчас покажу, как он выглядит. Подготовка. Зашкурили ножовкой очень сильно с обеих сторон. Одна, вторая сторона. Он предварительно зашкуривается ножовкой. По-другому шкурить нельзя. Всякие там валики игольчатые и прочая хрень. Она просто не подходит для этого. Ни шкурочки, ни фигурочки. Нужна ножовка. Нужен очень сильный рельеф. Иначе будут проблемы. Иначе все отвалится. Поэтому будьте внимательными. Серьезно относитесь к утеплению и отделке фасадов своих домов. Счастливо, до свидания. Подписывайтесь, ставьте лайки.